Практически каждый из нас, заходя в продовольственный магазин, первым делом покупает хлеб. Благо, ассортимент достаточно богат и позволяет выбрать главный продукт стола на любой вкус. Одним из поставщиков хлебной продукции на прилавке магазинов Брестского региона является предприятие «Брестхлебпром». Единая сплоченная команда, цель которой – предложить покупателю высококачественный и полезный для здоровья продукт. Сегодня «Брестхлебпром» производит более 700 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Хлеб, торты и сушки, пряники и другую выпечку. Над таким изобилием выбора во всем производственном объединении работает более 2000 человек. Безусловно, сотрудники предприятия в сочетании с грамотной политикой руководства играют важную роль в достижении успеха. Секрет успеха как нашего предприятия, так, наверное, и большинство всех предприятий заключается, наверное, в людях. В первую очередь в том, во-первых, расстановка кадров по местам, в степени их ответственности. И, наверное, больше всего от того, как они относятся к своим трудовым обязанностям, непосредственно к своему труду, который они приходят на работу. И, наверное, в этом в основной успех. Одним из таких ценных сотрудников является Инна Кочеловская. Работая на предприятии около 15 лет, кондитер 5-го разряда научилась создавать из теста настоящие шедевры. На предприятии талант не остался незамеченным, и на конкурсе профессионального мастерства работников булочного производства Инна Петровна заняла почетное первое место. Я много раз участвовала и решила для разнообразия не только природу описать или животных, но и состояние Беларуси, и решила выразить это, как говорится, хлебе. Да, в хлебе, в каравае. Скажите, какие эмоции вы ощутили, когда узнали о победе? Радость, ликование. Первое место, как говорится, не каждый раз. Некоторые виды хлебобулочных и кондитерских изделий широко известны как жителям Брестской области и всей республики, так и за рубежом. В планах расширение географии поставок и модернизация производства. Уже в декабре ожидается запуск новой линии, модернизация складов хранения муки и отработки технологий хлебобулочных изделий. Останавливаться на достигнутом – это не про нас, говорит Леонид Брич. И можно не сомневаться, что предприятие будет развиваться и радовать любителей ароматной выпечки качественной продукцией.